Всех приветствую. Утро. 29 октября. Прогуляемся мы осенним дубовым гаем. Посмотрим, как тут дела, как тут обстановка. Ну, конечно, против солнца. Что ж, тихое, спокойное утро. Свежий воздух. Да, и никого. Знаете, обожаю, я же сколько раз уже говорил, утренние вот эти воскресные променады, когда именно весь город спит. Что ж, часы переведены. Для меня это вообще как бы, вообще я даже очень рад этому раскладу. В общем, не дают мне спать. В общем и целом, расскажу вам историю. Помните, я как-то рассказывал о том, что летом к соседу вернулась жена с Польши. Ну, вообще-то вернулась она с таким как-то странненьким, я скажу, раскладом. Уезжала она с двумя детьми, приехала с тремя. Ну, это такое, конечно, как оно там, кто его знает. И уже какой раз, в общем, какие-то моменты там ревности, еще чего-то. И вот там, понятно, он там под огненной водой, короче, гоняет ее по хате. Сегодня это было в районе где-то полутретьего, именно трех ночи. Я аж проснулся, он что-то там, какие-то такие разборки, знаете, вот эти бытовухи на почвах ревности. До этого она там вообще тарабанила в дверь и мне говорит: помогите, помогите. Он хочет, короче, вообще там, говорит: я убью тебя и выпрыгну с окна, с балкона, короче. Такие вот там моменты происходят. Вот видите, уехал человек, спасаясь от войны в Польшу. И как получилось, да, какой этот неприятный момент. Но если вот присутствуют вот такие, вот вы мне напишите, обоснованы ли моменты подозрения, либо нет. Либо что-то накрутил он себе. Ну просто так же, да, раз в годы палка стреляет. О, какое замечательное утро. Поэтому я, конечно, в это все лезть не буду, это не мое дело. Но то, что не дают спать, я же аж проснулся. Вот такая у нас осень в дубовом гаю. Подписывайтесь на канал, пишите, что думаете. Бережите себя, своих родных. Здоровья вам и миру.